Are parents going too far trying to make their children's toys match their aesthetic? I do think it's sad when moms choose their aesthetic over letting kids be kids. Who cares if you think it's ugly? It's not for. Welcome to a morning in my sad beige life. So this mom just made a TikTok where she took a very colorful kids Christmas tree and decided to turn it very sad. You see, she wanted the tree to match her house's aesthetic, and apparently that aesthetic calls for any fun colors to be eliminated from her home. Oh, honey, your aunt gave you that. Okay, you know what? You can still play with it, just give me like 10 minutes, okay? Что будет, если позволить детям быть просто детьми. Эти грустные бежевые тикток-мамы сделают все, что угодно, чтобы их дети соответствовали их серо-бежевой эстетике в ТикТоках токах и инстаграмах. И контент должен быть настолько выверен, что они даже раскрашивают игрушки своих детей, чтобы те соответствовали эстетике. Это тревожно и попахивает эгоизмом. И самое ужасное, что они не видят в этом никакой проблемы. А вот я вижу. Давайте разберемся. Друзья, всем привет. Я вернулась к вам. А. All years, чтобы мы с вами перетерли кому-нибудь кости. И в начале этого видео я хочу поблагодарить бульонца на всякий случай. Осень создана для грусти, как и дети унылых серо-бежевых тикеток-мамочек. Потому что это уже не просто дети, а элемент контента для социальных сетей. Рождество отменяется, потому что оно красочное и безвкусное. В прошлом году один ролик собрал бурю негодования и стал просто вирусным из-за своей абсурдности. На нем девушка делает бежевание нейтр... и рождественскую елку своих детей, потому что она не вписывалась в ее эстетичный мир. To tree, Забавно, насколько социальные сети нас захватили. Все должно быть готово для контента и транслировать эстетичность. Но этот ролик повлек огромный разрыв поп не только в интернете, но и за его пределами. Are upset because it went from colorful to sad beige. This person commented, Yes, gorgeous. Stunt your kid's development by turning anything colorful into a sad beige. I'm glad you put your needs first. I work in children's developmental research and they need color so bad. Оно должно быть уничтожено. Конечно, многие критикуют движение бежевых мам, говоря, что это очень печально, что их дети не могут вырасти с собственными личностями. Понимать, какой цвет им нравится и какие игрушки им нравятся. Но я думаю, что проблема гораздо глубже, чем все думают. На самом деле, все это связано с тем, что подсознательно все мы боимся выглядеть бедными в глазах общественности. Да, я знаю, на первый взгляд кажется, что деньги здесь не при чем. Но позвольте мне все объяснить. Итак, прежде чем мы перейдем к суть сегодняшнего видео возьмите себе чашечку чего-нибудь вкусного или чашечку желательно, пожалуйста, бежевую mm -hmm. и наслаждайтесь просмотром. А вы знаете, что довело бы до приступа бежевую мамочку? ЕГЭ и ОГЭ. Во времена, когда я сдавала ЕГЭ, это было очень непросто. В особенности из-за того, что никакой помощи в интернете было не найти. Да и сам интернет был доступен только дома. Но в наше время есть платформа Сотка, которая подготовила к экзаменам уже практически 250 тысяч учеников. Каждый третий сдает на балл 80 и выше. И что самое главное, Сотка готовит сразу к четырем предметам. В одной подписке от 5580 рублей. И все это в одном Месте. Также программа повторяется три раза, и каждый сможет запомнить материал. Есть постоянная практика и про ее в два раза больше. У каждого ученика есть помощник и, что очень важно, ежемесячные вебинары с психологом. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране, чтобы получить скидку по моему промокоду на первый месяц подписки. Также в 2025 году сотка проведет розыгрыш среди своих учеников Lamborghini Huracan. И чем дольше вы учитесь в сотке, тем больше шансов на выигрыш. Итак, давайте разбираться, как же появились грустные бежевые мамы. Set Беж Мам. Это мама, которая оформляет свой дом в бежевых тонах, покупает бежевую одежду своим детям и, желательно, из льна. Ну и игрушки, соответственно, тоже серо-бежевые. По сути, это схоже с минимализмом. Но какой же абсурд, что яркие игрушки детей стали угрозой эстетичному миру? Как заразилось это движение? Каким образом оно стало настолько популярным в социальных сетях? И в чем, собственно, суть? В основе этого образа жизни лежат три основных принципа. Первый – не иметь гендерных игрушек и гендерной одежды. И в частности стараться избегать гендерных цветов, таких как голубой или розовый. И вместо этого выбирать игрушки и одежду нейтральных цветов. Второй принцип – покупать нетоксичные игрушки, потому что яркие краски могут быть иногда токсичны. Некоторые материалы, используемые даже в игрушках для прорезывания зубов у младенцев, были отозваны из-за токсичных материалов. Поэтому суть этого образа жизни заключается в том, чтобы покупать более натуральные игрушки, например, деревянные или просто не токсичные мягкие игрушки. И третий принцип заключается в том, что он более экологичен, поскольку мама и папа предпочитают меньшее количество игрушек в доме, чтобы ребенок ценил то, что имеет, и был благодарен за то, что имеет, ведь ему не покупают все подряд. И, честно говоря, это все действительно не так уж и плохо, ведь вся эта культура, стимулирующая нас на дополнительные покупки, очень сильно подвязана на детях и их нуждах. Да, капитализм стоит на спине детей и свадеб. Жадные корпорации понимают, что у них совсем небольшой отрезок времени, чтобы разбогатеть на детях. Ведь потом они вырастут, и это уже будет никому не надо. Соответственно, нужен бесконечный стимул на покупку большего и лучшего. Но это изначально разумное движение переросло во что-то кошмарное. И взгляды определенно сместились. Но это прописная истина, что что-то, имеющее изначально неплохие истоки, превращается в интернете, в концентрацию фекалий. Весь этот естественный и натуральный образ жизни был просто захвачен влогерами, блогерами и лайфстайлами Мамами, ведущими свой контент в социальных сетях. Появилось огромное количество серо-бежевых мамочек, которые снимают анпукинги э, в своих бесконечно бело-серо-бежевых домах. Сказала она, сидя в белом кресле, в белой квартире. Вы не понимаете, это другое. Мы все видели подобный тип контента, который заставлял нас чувствовать себя немного неуютно, будто с нашими домами что-то не так. Все соцсети этим захвачены. Это не только ТикТок и Инстаграм. Это YouTube и, конечно же, Pinterest. И та безумная мама, перекрасившая слишком яркую рождественскую елку, не самое безумное, что есть в интернете. Таких людей огромное количество, которые просто перекрашивают из баллончика все игрушки своих детей. Ну или просто выкидывают игрушки неподходящего цвета, или же злятся на родственников, которые посмели купить что-то неподходящее контенту и эстетике в целом. Что очень иронично, ведь изначально все это связано с культурой потребления, и точнее сдерживанием потребления. И вообще это нужно было для того, чтобы не было токсичных игрушек. А теперь родители распыляют краску, дают ее ребенку в рот, и, и их уже не волнует, что их малышу придется пожевать немножко краски. Какая разница, у него рот-то не особо эстетичный. Так что все идет только на пользу твоему вайбу. Малыш, добро пожаловать в интернет. Это движение уже полностью сместилось в сторону страха выглядеть не готовым к постингу. Люди начали бояться выглядеть безвкусно. Точнее, если переводить на человеческий язык, они не хотят выглядеть бедными. Я вот тут давеча купила складную чашку за полторы тысячи, потому что она эстетично бежевая. Да, я не хотела синюю за три. И если честно, то да, где-то на подкорке моего сознания у меня было, о боже, а если я захочу фотографию руки своей чашки, я что, буду постить синюю чашку? Господь. Если у вас есть такие мысли, то лучше в интернет не выходить. Но если говорить более конкретно, то это травма нас, миллениалов. Большинство из нас выросли в хрущевках, которые были просто завалены неимоверным количеством различного рода хлама, что не давали выбрасывать абсолютно ничего, ни пакетик, ни, не знаю, горелую спичку, ничего. Все было необходимо в хозяйстве, ты ничего не мог выбросить, ты ничего не мог переделать, ничего нельзя было трогать и двигать. Предыдущие травмы поколений вылились в жуткое накопительство. И мы, миллениалы, по сути, первое поколение, которое как раз таки хочет избавиться от этих вещей, от старых, ненужных, хочет окружить себя новым, светлым, чистым и желательно, чтобы ничего лишнего на виду не было. Но вместо того, чтобы найти какой-то баланс между сохранением вещей и покупкой новых, миллениалы решили пойти в лоб и превратить все в абсурд, то есть избавляться вообще от всего. Это я. У нас, у травмированных миллениалов, даже цвет является лишним. Но но вот следующее поколение Z уже начинают больше понимать, что это какой-то абсурд, и пытаются вернуть адекватное отношение к разноцветным вещам вот буквально сегодня наткнулась на прям-таки прямую визуализацию того, о чем я говорю, как цвет уничтожает вот эту вот душевность, которую мы ценим. Это, кто не узнал, дом из «Один дома». Казалось бы, одно и то же помещение, и да, все современно, но исчезла душа, исчез вот тот самый уют. Либо это просто навязанное уже с годами, да, ассоциация «Один дома» — это Новый год, Рождество и вообще вся вот эта вот атмосфера — Thank <laughs> you. собственно, а кто у нас амбассадоры зеленого и красного цвета. Я не знаю, что вы думаете. Есть и такие родители, которые бросают вызов бежевым мамам, делая готические детские, чтобы ребенок не сдерживался и становился годом как можно раньше. Помимо ненависти к цвету, есть еще одна очень важная общая черта, которая объединяет этих грустных бежевых мам. Это деньги. Я искренне верю, что в большинстве своем эти бежевые представители своих бежевых жилищ имеют весомые счета на своих картах потому что такой образ жизни влетит в копеечку. И у меня такое чувство, что они определенно хотят, чтобы вы знали, у них есть деньги. Как социальные сети уничтожили цвет не только в наших домах, но и в архитектуре в целом. В какой-то момент наличие мебели, наличие декора и цвета стали немодными. Если что-то в вашей квартире имеет цвет, вас могут назвать бедным. Если у вас коричневый деревянный кухонный гарнитур, то вы бедный. Да, даже кухонный гарнитур мы отменяем. Критика распространяется абсолютно она все, как вы выглядите, как вы говорите и где вы находитесь. Люди за спиной обсуждают ваши квартиры, потому что все стало публичным. Раньше было ненормальным, когда кто-то вываливал на показ свои хоромы, но ну и в целом раньше все было одинаково. Кому не зайди, хрущевки они, извините, одного плана. И у всех стоял и одинаковый гарнитур, и одинаковые ковры, и в целом мысль-то основная, да, коммунизма была такова, чтобы у всех все было один и никто никого за спиной и не обсуждал. Все-таки с приходом эпохи евроремонтов вот оно все и началось. Только началось все, когда то сходил в гости, где-то увидел, что-то услышал, а сейчас уже можно все вывалить в интернет. И даже никуда ходить не обязательно. Ну ладно, Селеба на MTV раньше показывали свои дома. А теперь это стало настолько нам нормальным, что как, кого удивит рубрика Румтур тур совершенно обычного человека. И вот даже я, ваша покорная слуга, сижу себе дома на своем стуле и впускаю у вас в свою жизнь, чтобы вы могли что-нибудь здесь обсудить. И люди очень любят обсуждать. Какой же ужасный кухонный коричневый гарнитур сзади вас. Как же у вас грязный, как же у вас не стильно и некрасиво. И это выросло в нечто совершенно странное, что такой контент начинает нравиться людям. Настолько вот все это бело-бежевое замылило нам глаза. Настолько идеально это все выглядит, что хочется просто увидеть совершенно обычный интерьер и хорошенечко обосрать его в комментариях. Но в любом случае, коричневый цвет это как сказать: Привет, я человек низшего сорта. Люди стали одержимы идеей выглядеть идеально в камере. И идеально должно быть все. Фон и игрушки ваших детей. Компании и маркетинг нацелены на то, чтобы вбить вам в голову, что все в вашей жизни должно быть эстетично и красиво. Что без этого вы не сможете радоваться, приходя домой. Вот скажу на своем примере: мы делали ремонт 4 года назад. И тогда, например, мне в голову не приходилось, что, о боже, эти ручки не подходят к этим ручкам, и вообще балконные ручки мне не нравятся, я хочу купить отдельные по 4 раза за штуку. Нет, я вообще об этом, обо всем не думала. И мне все нравилось. Но буквально в этом году я поняла, что мне не нравится абсолютно ничего. И я хочу переделать нахрен все. Спасибо маркетинг. И все, абсолютно все должно быть эстетичным. Ваш поход в зал, у вас должен быть классный костюмчик, классный коврик для йоги, классные гантельки, готовка в все лопаточки, сковородки, все должно быть красиво. Вы не можете выйти в социальные сети, если у вас что-то некрасивое, иначе вас будут поносить за это, на чем свет стоит. И да, это касается даже коричневых шкафов на кухне. Как вы смеете быть коричневыми? Как вы смеете выглядеть бедно? И есть реальное научное объяснение, почему все белое у нас ассоциируется с богатством, а все цветастенькое и веселенькое с бедностью. Нет, вы понимаете, даже детские вечеринки не защищены от того, чтобы выглядеть неэстетично, ведь мамы снимают их в социальные сети. Да, малыш, что, хочешь вечеринку в стиле Человека-паука? Хм, что ж, в следующий раз тебе придется фанатеть от, от кого-то более бежевого. Вы знаете, что греческие статуи изначально не были белыми? Они были очень даже цветными. В начале 20 века на греческих островах свирепствовала холера, и побелка была очень дешевым дезинфицирующим материалом, который использовался, соответственно, для ограничения заразы. И со временем эта побелка растворила весь цвет, благодаря чему мы видим Грецию белоснежной. Мы ассоциируем белый цвет с чистотой, с богатством. Это у нас ассоциируется с чувством исключительности и успеха. Белый цвет используют люксовые бренды, все современные дизайны интерьера используют белый цвет. Белый мрамор и его подобие стали уже новой классикой. И это все отголоски Греции. Как говорится, сначала Греция, потом Леди Гага, Риана Гранде. Есть интересное исследование, проведенное в 2016 году, которое показало, что для воспитания ребенка в первый год его жизни необходимо 11 850 долларов для человека. На сегодняшний день эта цифра выросла до 23 тысяч долларов в год, слава богу. Ну и, конечно, существует прямая связь между тем, что бежевые мамы стремятся всем показать, что они более классные, крутые родители, нежели те, кто не могут позволить себе безумные траты на свежие ремонты ежегодные и на постоянное обновление гардероба. Они показывают, что они не только могут дать лучшую жизнь себе и своим детям, но также они могут позволить себе показывать, насколько они богаты. Вот, например, детские бутылочки, которые выполняют одну и ту же функцию. Просто одна страшненькая, цветастенькая, веселенькая, что как бы говорит, фу, посмотри, какой же я бедный. И я не озабочусь об эстетике и о том, что меня окружает. А вот это грустное и бежевое и эстетичное, достойное. И дороже в три раза. И это то, что нужно вашему ребенку. Или какая-нибудь быть коляска-трансформер за 100 тысяч миллионов. Мы даже можем посмотреть на архитектуру городов, которая упрощается, обесцвечивается, и никто не будет восхищаться этим спустя сто лет. Мы подошли к заключительной части. Давайте поговорим о том, что многие из этих бежевых мам настоящие эгоистки. Им наплевать на то, что хотят их дети. Если отбросить историю, большая часть антицветной грустной культуры бежевых мам заключается в том, что они считают, что цвета перевозбуждают детей. Хотя цвет просто вызывает в нас эмоции. В цвете заложена психология. Например, желтый вызывает у нас чувство тепла, радости. Розовый ассоциируется с мягкостью, безопасностью, а холодный белый со спокойствием. В каждом цвете есть своя польза, но бежевые мамы настаивают. Нужен только белый цвет, так как он успокаивает. Таким образом, они пытаются ограничить детей в чрезмерной эмоциональной стимуляции. Только эти грустные бежевые мамы не понимают, что даже если вы обесцветите окружающий мир своих детей, они от этого не перестанут быть детьми, как-то не ограничивая их эмоциональные чрезмерные стимуляции. Все что угодно может стимулировать нашу нервную систему. И какие-то вспышки, и какие-то звуки, не знаю, частота сменяемости кадров, да что? Да огромное количество аспектов. Дети тянутся ко всему, к чему тянутся взрослые. Не знаю, будь это кисточка для макияжа, ну или просто лежащее на полу растение. В общем, что-то, что имеет текстуру, узор и цвет. И всем этим это привлекает внимание. То есть это буквально развивает... в креативности и любопытства и когда твой мир обесцвечен то ребенок лишается возможности по-настоящему исследовать и взаимодействовать с окружающей средой и нет никакого баланса и проблема в том что вся эта бежево-белая инстаэстетика это не о детях это о блогерах это покупается не для детей не для них самих а для контента в социальных сетях для чужих людей позвольте детям быть детьми на этой цветастой ноте я заканчиваю видео надеюсь что вы прекрасно провели время обнимаю и с нетерпением нетерпением жду нашей следующей встречи. Пока-пока!